Ну что, дорогие друзья, всякая рыбалка – это прежде всего терпение. Особенно рыбалка морская на марлина. Самое главное, как я уже говорил, не перескочить и не начать ловить тунца, которого здесь очень много. Это терпение. И вот так можно днями кататься, менять насадки и смотреть, что получается. Тяжело. Я сейчас вам хочу немного рассказать о тех лесках, катушках. Ну, катушки не буду говорить. Ладно, катушки тоже расскажу, которые у нас здесь применены. Вот самые мощные стоят три удочки, вот эти первые, да. Здесь катушки 130. Что такое 130, я не знаю, но вот здесь 130 либра удочки тоже. Да, я их подбирал, посмотрел, как у них, так же и у себя сделал. То есть катушки 130 либров, наверное, потому что и удочки 130 либров, они более мощные.